Здарова! В этом ролике мы с Квантум спасаем моего подписчика, рискуя собственной жизнью. Будут профессиональные файты, путешествия и приключения по карте, сопровождающиеся некими матерными и некультурными действиями и словечками. Поэтому одень лучше наушники, и я желаю тебе приятного просмотра. Пс, ты там это, дизлайк только поставить не забудь. Хе-хе. Сегодняшнее путешествие начинается с близов. Тут у нас было очень много интересных и забавных моментов и файтов, которые я опубликую в следующем видео. Мы решили с близнецов отправиться аж на Великие Водопады, потому что тут уже мы зашугали всех и все. Немножечко градусов крови апнули мой скилл. На пути к переправе мы встретили Адолт-Церу вместе с Жувиком. У Адолта был труп маленькой Майки, но он почему-то решил напасть на нас. Но еще не подозревал, с кем имеет дело, и никак не ожидал такого поворота событий. Блять, ну не даст зайти так просто. Он труп. Бандера попрощался со своим чадом, говорит: я все, пока, помни обо мне. По итогу нарушитель был смертельно наказан. Нажравшись до отвала, мы отправились дальше. Я записал! Yes, yes. Тихо, немножко... yes. Немножко мороженка выпало вместе с зубами. Yeah. Немножко сподливый вышло. О, я слышу Юта опять маленькую. Damn. Мне так страшно. Но я не боюсь. Но так страшно. Ну, я не буду бояться. Но так страшно. Но мы не боимся. Спиногрызыч! Ёба! Ты что тут? Я чуть не прыгнул на него. Ой. Да серьезно, что ли? Мне кажется, он бы сам не ожидал, что сверху Юта упала на него. Нюхай жопу, нюхай бибру, нюхай жопу, нюхай бибру. Оп! Все, поток в твою сторону. Типа маслину поймает, пока пить будет. 4-5-0, да? Ай, меня сносит. Я быстрее. Я не успела зарядить. Медведь. Алкоголь фу, сигареты фу, парень, посмотри на мою эстетику. Я сижу, я стамина, я МП. Я МП. Я чапаю. А тебе я вам покажу, как лев рычит. Ой, не так. Немного по-другому вышло. Показываю, как мы умеем мотрышки делать. Просто пока бежим, бегим, а мы скучно. Мы скучно. Мы есть скучно. О, бля. Я первый. Это сейчас закрутаться. О, я первый. Да иди, будешь первый, съеденный. Неправда. Я ж не полезу в рот кому-то. Я ж не полезу в рот кому-то. А, там еще и дублик. Еще дублик. Бублики. Давай будем это расследовать, что здесь произошло. Тут вижу гнездо.
чье-то. Интересно, тут два яичка есть. О, если я между этими яичками сяду, что получится? Сейчас будет золотая пися. Неровный ж, неровный ж. Да еще правее надо. Посмотри сверху с моей стороны. Это как, знаешь, два глаза, нос, блядь, какой-то. Сука, хобот. Надо заскредить. Добравшись до ВВ, мы наблюдали разные интересные картины, но так или иначе нам улыбнулась удача в виде сольного Adult Rex'а. Сладкий какой, а мы сладкоежки. Ням, 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 ням. И как он спускается? Орёт, орёт, орун. Быба. Он прям к нам идет. Ого. Ого. Влетай, влетай, влетай. Очень опасно, конечно, заходить. И выхожу. Ну, ладно, так сойдет. Главное, опять не умереть. Я умею. Да? Тихо. Time to begin. Ой, бля. Кусай. Я сбился со счета, я не знаю, сколько я уже кусали. Он что-то пишет. Тебя узнал. Но, как оказалось, это был мой паписи, который узнал меня по золотому скину. Этот Рексик очень обрадовался, что его убиваю именно я. Интересная, конечно, реакция на самом деле. Но по итогу мы закончили бой. Паписьки и от святое. Но дальше случилось кое-что ужасное. Нихуя себе ты! Мощно было, охуеть просто. На этого Рекса решила напасть Гига. Он только после боя, с экранами, с блидом. Но ей было все равно. Спасатели пописечных Рексиков выдвинулись на помощь. Нет, стой, Гига, нет, Гига, нет, Гига, тихо, Гига, тихо. Нет. Мы успеем, мы успеем, мы успеем, мы успеем, пожалуйста. Спасать людей от гибели. Паписик, зеви. Быстрее, Юра. Быстрее. Блять, бояться. Быстрее, быстрее. Бля. Опасно было. Поддержка от него топовая. Вот именно она придала мне силушек. Сколько у него гусов? Мало. Где-то 5, наверное. Я тут не поняла, каким образом он по мне попал. Ой, чуть не умер.
По итогу Full Bleed для Гиги и безвыходная ситуация. Я уже подумал, что она решается покончить с собой, спрыгнув с водопада. Но эта Гига оказалась не так проста. Смотри, что придумала, зараза зубатая. Вот таким образом она решила от меня спрятаться. Прыгать туда, чтобы добить ее, конечно, гиблое дело. Шанс выживания 0,1%. И вот представь, все это время этот Рексик наблюдал за моим боем и всячески мощно поддерживал меня. Но беда, как говорится, приходит не одна. Три Adult Гиги пришли по его душу. Неужели это конец для него? А вот хренушки вам, не в мою смену. Я быстренько заканчиваю файт с этой гигой и сразу же врываюсь в следующих, чтобы не дать им напасть на моего подписчика. По итогу он выжил и сделал мне очень интересный контент. Живи, мордашка Рексяча, тебя еще ждет очень много захватывающих приключений. А мы в свою очередь погибли. Квантум в начале боя с первой гигой, а я в конце от Карнотавра, который поймал меня на спуске великих водопадов. Да, я был в бою, нападать на меня нельзя было, но, к сожалению, он об этом не знал. Эх, что не сделаешь ради подписчиков. И вообще-то с тебя, кстати, лайк. С каждого, кто посмотрел, ничего не знаю, иначе я расскажу все Блуди, и она вас всех сожрет. БГГ. И да, подпишись, чтобы мы с тобой увиделись в следующем ролике. Берегите жопки. Покедова.